Инопланетянин, космонавт, сталкер. У людей в костюмах химзащиты в социальных сетях появились десятки прозвищ, но им самим не до шуток. В круглосуточном режиме сотрудники МЧС дезинфицируют остановки. В тандеме с городскими службами благоустройства они работают 3 дня. В каждой машине около 6000 литров. Этого хватает, чтобы помыть с десяток остановок. В день одна бригада дезинфицирует около 25 остановочных павильонов. Дезинфицируют и улицы. Особое внимание уделяют тем, по которым ходит общественный транспорт. В день коммунальщики обрабатывают около 70-80 улиц. В Самаре задействовали около 300 единиц спецтехники, из них 33 проводят дезинфекцию. По технологии сначала идут автомобили, которые занимаются мойкой улицы. Где-то через 20-30 минут проходит автомобиль, который занимается уже орошением санитарным средством. Наводят порядки и проводят дезинфекцию в парках и скверах. Здесь моют пешеходные дорожки, лавки и мусорные урны. В уборке города ежедневно участвуют более 450 сотрудников всех муниципальных предприятий. До усиленного режима самоизоляции мы обрабатывали чистой водой скверы, мыли. Именно мыли. Где-то в среднем 2 раза в неделю производилась помыв. Сейчас производится дезинфекция с добавлением хлоринол-Б с добавлением моющего средства. В Самаре около 140 скверов, парков и общественных пространств проходят дезинфекцию уже по 2-му разу. В городе также проходит месячник благоустройства без привлечения населения. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.